снимать то, что вы выбираете. Он сейчас мы на это можем сказать. Я хочу еще вот это. Вот. Такой вот. Ой, я хотела тебе базу щенячьего патруля показать. Давайте, да, выбирайте, выбирайте. Да. Взять такой. Мама, я еще вот это хочу. Смотри. Надо стать. Взять, что ли, его, Олежки? Мама, я еще вот это хочу. Мама. Здесь еще такие есть. Мама, я еще вот это хочу. Сюда смотри, Тонечка. Мама, я еще тебе вот такой вот комочек хочу. Вот такой вот. А такой у вас был? Да. Мама, я еще хочу. Вот еще красивый. Но я хочу вот этот. Я цены папе сниму. Мама, но я вот это вот это. Смотри, он сколько стоит. Он стоит 29. А вот где он стоит 29 монет? А вот тот пупсифлам остается. Лялейку хочешь? Да. Она же какой играет хорошо. Какой то? Этот? Или этот, или этот, или этот. Они все красивые. Можно вот этот? Какой из них больше на наш дом похож? Вот этот, да? Да, вот этот. Мама, показать, что я еще хочу. Перед школой идти, я не знала, в Новый год в магазин, который надо открыться. Показать им, сколько всего красивого. Ляля, хочешь? Сюда тоже такой, я такой. Понятно. Смотри, какая елка красивая. Можешь елочку взять? А, нет, Саф, мои мама, покажи, вещи. Я тут какие-то чемоданчики ловлю. Все, надо такие взять. Все, пошли, пошли. Всем ассаламу алейкум. Доброго времени суток всем. Что я готовлю? Я готовлю майонез. Я готовлю сегодня на 2 порции майонез. Отправлю туда, как всегда, так как я вам говорю. Там у меня была кофейная ложка, так как я готовлю 2 порции, я кладу чайную ложку. Там соль, сахар и горчица. 2 яйца и столовая ложка лимонного уксуса. То есть лимонного сока. Лимонного сока. И 400 мл оливкового масла. Можете даже сделать на растительном масле тоже. Я сегодня вам приготовлю салат. Новогодний, очень вкусный такой салат, слоеный из тех продуктов, из которых мы готовим шубу, но с лавашом. Слоеный новогодний салат, который дети тоже будут кушать с большим аппетитом. Значит, что я отправляю? Я отправляю сюда лимонный сок. Наш лимонный сок. Соль. Сахар. И нашу горчицу. Сейчас я почищу ложку. И наших 2 яйца. Отправили 2 яйца. Что мы делаем? Мы ставим блендер и делаем так, чтобы желтки были внутри блендера, вот, чтобы они не вышли. И начинаем их на медленном напряжении делать так, чтобы желтки не выходили наружу. А потом, когда мы уже увидим, что у нас выходит белая пена, уже готовится наш майонез, мы чуть-чуть будем приподнимать наш блендер. А то если мы поднимем блендер сразу, то у нас все перемешается. И не будет майонез красивым и вкусным. Вот.
Смотрите, какой он получился красивый. Прям настоящий, как продается в магазине, но он домашний. Можно свеже приготовить майонез и, конечно же, приготовить салат. Вот, значит, все, что мне нужно для салата. Сейчас я буду их натирать на терке. Сейчас я уже буду заправлять мой салат новогодний. Он из обычных овощей, из которых мы готовим салат шуба. Просто я туда буду добавлять молотый орех. Майонез тоже тот, который я сама приготовила, только что свежий. Сверху будем делать из укропа елочку. Сейчас я буду смазывать вот лаваш у меня. Конечно же, будут лаваши еще. Буду лаваш смазывать майонезом. Посыплю, вот смазала майонезом, посыплю орехом молотым. И первый слой у меня будет картошка. Посыпала орехом, и сейчас уже буду картошку. Вот наш первый слой уже готов. Сейчас мы уже сыпем соль с перцем. Я перемешала соль с перцем, чтобы... Так бывает очень удобно, если честно. Очень удобно. Вот посыпали соль. И опять сверху смазываем майонезом. Вот это у меня уже второй слой. Я опять лаваш намазала майонезом. И добавлю теперь красный бурак. Его буду распределять. Вот намажу майонезом. Бурак тоже. И сверху посыплю орехами. Молотыми орехами. Вот я уже заправила салат свой, теперь я его буду украшать. Сделаю наверху елочку, и по краям у меня будет тоже из укропа елочки маленький. Вот я уже приготовила салат, я его слоями заправляла, потом смазала все майонезом и украсила. Сделала узор елки из укропа, это у меня свекла. Это у меня снег, яйцо. И получается елочные украшения, гранаты. Звездочка у нас морковь немножко. И вот по краям тоже как будто елки. Это чтобы все, чтобы было детям приятно и весело. Попробуйте, вам тоже всем очень понравится. Вот, смотрите. Красота просто. Все ингредиенты, которые мы тратим на... салат шубу. Только я добавила сюда лаваши. Получается, магазинные лаваши. Это вот я купила такой этот для сына своего в том магазине новогоднем, куда мы пошли сегодня с девочками. Девочки тоже себе там на Новый год выбирали много новогодних подарков. Вот. Потом, когда он будет его распаковывать, покажу, постараюсь показать. Липочки! Это что? Бу. Это что, Алишка? Это кто? Это морской конек. Это рыбка. А это что это? Это что? Это палка. Нет, уточка. И что ты с ним будешь делать? И мать рыбки. Тут я уже нарезаю мой салат. Посмотрите, какой он красивый. Он, если честно, он был очень вкусный, очень сытный для Нового года. Все, что надо. Он был приятного такого вкуса. Видите, какие слои. Все так красиво выглядит.